Приветствую, уважаемые подписчики, если канал, мы продолжаем играть в Skyrim. Двигаемся с вами, в общем-то, к Мерсеру. Нам нужно все-таки уже решить проблемы с Карлиной, с Карлией, с теми самыми пещерами, в которые мы идем, потому что сколько там я времени вот здесь убил, сколько времени в форте убил, который... Это волк или что? Это волк, да, который на меня когда-нибудь нападет, поэтому я лучше... Да твою мать, лучше я не попаду в него две стрелы. Твою мать, ну это ладно, это снежный волк, но на самом деле после фалмеров, после фалмеров и после коросов я не думаю, что у меня будет какие-то проблемы с такими противниками, потому что волки это, конечно, проблема, но, ну, они бесят, это вот единственная, наверное, их проблема. Вот, ну ладно, Мерсер, я думаю, будет рад, что я все-таки так... Успел прийти, я, конечно, шел достаточно долго, если так подумать, то есть я, получается, по пути, во-первых, я поспал, во-вторых, я еще по пути пустите, пожалуйста, я целые две пещеры еще осмотрел. Это тоже волк или что? А вот не видно ни хера, на самом деле, вот это, ну да, это волк, но если он меня не заметит и поймет, что я здесь, ему будет пофиг, он Мерсер стоит, я его вижу уже. Отлично. Сейчас решим. Ну, мы пойдем туда вместе. Это значит, что у меня особых проблем с противниками не будет. У меня будет напарник. Или я буду у него в напарнике, я не знаю. Вот и ты, наконец. Хорошо. Я осмотрел развалины и уверен, что Карлия еще внутри. Ты видела ее? Нет, но я нашел ее лошадь. Не волнуйся, об этом я позаботился. На ней она не сбежит. Давай двигаться. Я хочу поймать ее внутри, пока она ничего не подозревает. Веди. Окей. Только смотри в оба. Карлия коварна, как дюжина доэдра. Не хватало еще угодить в ловушку и предупредить ее о том, что мы идем. Расскажи мне о Карлии. Она была упряма, как упрямы только Данмеры. Все хотела делать по-своему. Но она была лучшей из лучших. Приносила в месяц больше золота, чем другие за год. Гал ей чересчур доверял и подпустил слишком близко. То есть они были парой? Можно и так сказать, да. Я лично думаю, что она втиралась к нему в доверие, чтобы убить. Гал называл ее своим маленьким соловьем. Души в ней не чаял. Почему она его убила тогда? Алчность, зависть... Ненависть. Кто знает, что толкнуло ее на такое предательство. Но я выясню это, прежде чем она испустит дух. Это я могу сказать наверняка. Как умер Гал? 25 лет назад я стоял перед этими самыми руинами. Гал назначил мне здесь встречу, но не сказал, зачем звал. Когда я прибыл, Гал вышел из тени. Прежде чем он сказал хоть слово... Его горло пронзила стрела. Я не успел даже выхватить клинок, а вторая стрела уже торчала из моей груди. Значит, Карлия в одиночку расправилась с вами обоими. Карлия меткий стрелок, и ее лучшим оружием была неожиданность. Мне повезло, стрела прошла в дюйме от сердца. Пошатываясь, я побежал прочь, но тут все... Поплыло у меня перед глазами. В тот момент я понял, что эта тварь отравила стрелы. А что с Галом? Прежде чем потерять сознание, я увидел, как Карлия сбросила тело в разлом наверху руин. Бесславный конец славного человека. По сей день жалею, что дал ей уйти. Лучше б я погиб, пытаясь отомстить за Галла. Он того стоил. А что случилось после смерти Гала? В гильдии начался хаос. Некоторые попытались занять место Галла на посту главы гильдии. Все они сразу обросли сторонниками, и крысиная нора превратилась в кровавую баню. И ты, несомненно, принял самое горячее участие. Я видел, что стало с Галлом.
Я хотел использовать ресурсы гильдии, чтобы найти Карлию. Но остальным было плевать, что его убили. По счастью, я был настойчив, и другие группировки либо были убиты, либо покинули Скайрим. А что стало с Карлией? Внутренние разборки длились месяцами. За это время она успела спрятаться и хорошенько замести следы. Я потратил тысячи септимов и потянул за все ниточки, но она будто в воздухе растворилась. Как я уже говорил, она была лучшей из лучших. Мне казалось, что убийство — дело Темного Братства, а не наше. У меня давняя договоренность с Темным Братством. Если мне нужно разобраться с кем-то в гильдии, мы делаем это сами. Они понимают, что ни к чему выносить ссор из дома. Окей. Пошли уже. Я слишком долго до этого момента. Ну, пойдем. Вообще странно, Карлия и Гал были парой, но она его убила, учитывая то, что это вряд ли была какая-то алчность или зависть, потому что... Я это не открою. Считается, что в древние захоронения нордов иногда совсем нельзя проникнуть. Тут, судя по всему, не тот случай. То есть они были парой, но при этом она его убила. Это не может быть зависть, потому что если она много денег приносила... Рассказывают столько небылиц. Все, что нужно, умение плюс крупица знаний. Вот и все. После тебя. Плюс она, получается, отпустила Мерсера, хотя это глупо, потому что, получается, все знают... Потому что она не заметила просто. Она хочет... я не знаю, может это ее план, чтобы нас сюда заманить? Пахнет смертью. Будь начеку. Ну а что, как вариант, она решила таким образом нас сюда заманить, чтобы грохнуть. Как вам такой вариант? Там зелье. И с той стороны открывается. Обидно. Так, ты лежишь? Ты лежи. Что у тебя есть? Вот это мое. Сундучки, деньги. Вот, да, именно убрать. Тихо. Не ори на меня. Ненавижу драугров, на самом деле, тоже. Ну, конечно, не так сильно, как корусов там или этих. Или фалмеров, но... Или двеймеров, тем двое двеймера. На оно. Но я не вижу смысла нажимать еще раз на цепь, чтобы там все закрылось и меня там оставили. Не, спасибо. Мне своего хватает, знаете, своих проблем. Потяни ту цепь и берегись шипов. Похоже, Карлия заново настроила все ловушки. Там какие-то драугры еще ходят. Другие. Ну, в другом месте, но... Так, подожди, а каким образом я должен это... Я проверю, пожалуй. Да. Этот лежит. Ну, только один встал. О, серебряный обруч с лунным камнем. Тут я люблю такие вещи. А как я... Ну, типа... Эть! Оно просто задержкой срабатывает. Окей. Но это было, ну, не знаю. Я бы ее на ее месте... Ага, я бы на месте людей, которые расставляли эти ловушки, сделал бы так, чтобы оно просто сразу открывается одновременно и дверь, и не дверь. Не могу понять, где ходит. Дверь на адепта, ну, такое себе. Можно попробовать, конечно. Это на 25% вроде облегчение идет. Ну и видим... Я, кстати, сейчас это открою. Это несложно. Эть. Так вот, две отмычечки. О, хорошие зелья. Нет, Мерсер, уйди, пожалуйста, уйди. Ну уйди! Вот сам главное такой, типа, вот, сейчас вот это вот мы с тобой пойдем. Да. Угу.
О, слушай, мне нравится этот лук. С одной стрелы стальной умирает Драугар. Неплохо так. Добрый день, чё спим? Нормально тебе? Ну, видимо, да. Вон еще херня там. Так, и подозрение с правой стороны. Впереди еще две. Ха? Слушай, скрытность хорошо так повышается, мне нравится. А это беспокойный, нихера себе. Мерсер, нет! Твою мать, я думал, вот если бы они срабатывали. Вот реально, вот... Вот если бы они срабатывали, серьезно, ну, я имею в виду на него. Это был... Добрый день. Все? Окей. Слушай, а мне нравится на самом деле Мерсер в качестве напарника. Очень полезный такой, я бы сказал. Очень-очень много делает. Очень много делает. Так, стрелы, лук, стрелы. Слушай, вот прикольно, кстати, то, что тела, когда именно в огонь попадают, то есть, ну, по сути, я этого Драугра убил не с помощью огня, да? Ну, то есть, я просто его убил, он там валялся, и там уже на него сверху упала потом вся вот эта лабуда. Короче, что круто? Вот я не знаю, я хочу сюда почему-то. Что круто? Он, получается, сгорел. То есть он был трупом, да? И он умер не от того, что это огонь. То есть можно было бы сделать скрипт, да? Такой, что типа, вот там, если ты умер от огня, то получается вот такой вот труп. Нет. Он, получается, очень даже таким неплохим. То есть он просто валяется, и как бы огонь попал, и это меняется. Я, кстати, даже не знаю, есть ли это в игре самой, то есть мод ли это, потому что если это есть в игре, то это круто. Если это мод, то, ну, тоже круто, но... Костяные колокола. Тихо. Умно. Наверняка пробуждают Драугар. Смотри, не зацепи. Слушай, а Тревора, по-моему, я такую уже знаю. По-моему, у меня есть такая книжка уже, подожди. Да, у меня, не, у меня, во-первых, у меня теневые метки две штуки целых, и Тревора две штуки целых. Тихо. Я не знаю, хочу я, кстати, этих пробуждать или нет. Да думаю, что нет. Я не зацепил, и мне же лучше, да? Логично. Логично. Типа, ну, нормально все. Вот, правда, сейчас вот здесь начну, возможно, не по стельсу убивать. Ух, ни хрен. Их пять здесь? Вообще их много просто. Не, вообще их дохрена. Их очень много, 6 штук. Что-то тут есть. Что-то тут есть. Что это было? Он не понимает, они не понимают. Они не понимают, что я здесь. Они меня не слышат, не видят. Злокрысы какие-то. Воу! Ну окей, это было шестеро вместе с этими, со злокрысами. Ну это, кстати, забавно получилось, если так подумать. То есть, они вот тут вот все так легли, они не могли понять, где я, они не могли понять, откуда я стреляю. Очень забавно. Но при этом что-то еще ходит. Вот я вот... Вот здесь один точно. А можно не пугать? Да умри. Ну не, ну не падай. У них стрелы есть. Мне нравятся вот эти лучники Драугры, потому что у них есть стрелы. Кстати, норские, древние норские стрелы, которые падают с Драугров, они очень даже неплохие. Они очень неплохие. Они прям, ну, топ-топ, вот реально. Типа, не, есть, ну я не знаю, какие, кстати, самые лучшие стрелы в игре, наверное... Наверное, деэдрические. Ну да, наверное, стрелы, наверное, доедрические. А вот... Вот это, кстати, сейчас вообще не кайфово так.
Модель корабля. Ага, сейчас возьму. В курсе, для чего нужна эта модель корабля здесь? Я вот знаю. Подожди, а куда идти тогда? Я вот туда и не ходил, да, получается. То есть, как бы я настолько наивный, наверное, да, чтобы вестись на это. То есть, как бы это настолько неочевидно, что если ты возьмешь корабль, то там все как бы грохнется. Это как бы не, это не очевидно ни разу. Какой кайф, они умирают с одной стрелы, со своих стрел причем. Кайф. Хороших таких очень сильных противников, конечно, после Коросов точно не было. Ну а так-то... Ну и то, Корос это не такая уж большая проблема была. Ну типа они меня бесили, как и всегда. Но я не настолько сильно бешусь. То есть я знаю, как с ними бороться, я знаю, что с ними лучше не драться. Ну, значит, она очень большой молодец, раз уж она так умеет. Я тоже так хочу уметь. Так, вот такие места очень сильно не люблю, потому что... Потому что они вот так вот спят, и тут никто... Вот, вот хер поймешь, типа, кто реально спит, а кто... а кто может встать. Что это было? Ну, типа, по сути, да, вот беспокойный Драугар... И вот сразу начинается, вот мы встаем. Я почему-то знал, что они сейчас еще отсюда попрут. А, ну давай. Раз уж у нас уже... По стелсу-то я до хрена уже отгрохал. Слушай, Мерсер сам справляется, я смотрю. Причем очень так профессионально, знаете, он просто берет и как бы убивает. Он какого-то черта очень быстрый. Он какого-то черта прям очень... Блин, а вот как бы взять... Не, ну вот этот сундук меня заманивает, конечно. Я его в любом случае открою. Две мерзкие сапоги носильщика. Переносимый вес увеличивается на 30 единиц. Это тяжелая броня, но это две мерзкая броня. Она крутая, я ее продам. Значит, я так понимаю, вот ты, по идее, должен встать, да? Да. Лежать. А это адептом открывается. Ну, что-то я не знаю, адептом не адептом, но по-моему еще с первого раза. Изи. Классно, адепт открывается. Две отмычки, пять септимов. Неплохо. Ну давай. Что это было? Тихо, быстрей! Да как не умер-то? Я его даже осматривать не буду, на самом деле, потому что он бесполезный. Типа у него там, кроме меча, кроме какой-нибудь... Ну, костная мука, скорее всего, есть. Ага, вот это видно. И на верном пути. Она здесь... Причем костная мука из них очень часто выпадает. Блин, вот на самом деле вот в такие ситуации думаешь, типа, почему я не вкачал тот перк? Помните, у меня был выбор там, типа, либо без шаги на 50... Ну, не шаги, а чтобы броня, типа, на 50% меньше шума издавала. Либо чтобы у меня, типа, там, шестикратный урон при атаке с кинжала или меча со спины. Отличное место для засады. Будь наготове. Это и есть засада. Драугр повелитель, что? Ай-яй-яй. Но он сейчас умрет так-то. Не самый сильный товарищ. Они какие-то конченые вообще, они орут там. Заклинания какие-то у них. В смысле, и все? Серьез ли? Я не понимаю. Подожди, а у него. Ну, не, что-то такое. Это двуручный меч кого-то там хлада.
Несмотря на то, что он зачарованный. О, там эта хрень. Так, двеймерский лук, 17 урона. Мой сколько? Мой 21. Ну уж извините, да? Смысла не вижу. Но он стоит, да нихера он не стоит. Так, железные сапоги, восстановление, посох. Посохи дорогие обычно, сыромятные сапоги бесполезно. Я типа, несмотря на то, что у меня вес... Кстати, у меня веса 110 всего осталось. Давай. Я так и не понял, что это? Типа, второй раз уже разоружение. Второй раз уже с этим сталкиваюсь и... Не понимаю, что это. Чё ты встал? Мерсер просто. Ну да, это реально была казнь. Так, ну давай. Я постоянно так открываю двери, типа нажимаю на цепочки. И вот просто отхожу от двери, потому что там может быть какая-то... Мы это не откроем. Для этой штуки нужен ключ вот этот особенный. Мы это не откроем. Мерсер. А, вот одна из нордских дверей с секретом. Без подходящего когтя дверь обычно не открыть. А поскольку Карлия вместе с когтем уже далеко, нам придется исхитрять. Ты не сможешь это открыть. К счастью, у этих запоров есть слабое место. Ты дебил? Если знаешь, как его использовать. Это действительно крайне просто. Карлия где-то рядом. Ты конченый? Пойдем. Он открыл это. Он вот эту штуку открыл. Эта хрень не открывается. Ты нормальный вообще, нет? Ай. Карлия, я так понимаю. Да, выполнено. Мы ее нашли. Мерсер, помоги, пожалуйста, встать. Вон она. Кстати, в броне гильдии, причем в моей, то есть, которая на мне. Продумаешь, что твоя стрела быстрее моего клинка? Дай мне только повод. Ты умная девочка, Карли. Покупка поместья Златоцвет и вложение парню Хонинга впечатляет. Это не у меня звук лагает, это в игре он такой. Чтобы не знаю почему. Врага, именно у Мерсера. Среди его союзников. Это первый урок, который преподал нам Гал. Ты всегда быстро училась. Недостаточно быстро. Иначе Гал был бы жив. У Галла было богатство, и у него была ты. Все, что от него требовалось, смотреть в другую сторону. Ты забыл клятву соловья? Ты думал, что он просто закроет глаза на твои методы? Мать бессмысленной болтовни. Ну же, Карлия! Тебе пора навстречу с Галлом. Я не дура, Мерсер. Драться с тобой на мечах значит подписать себе смертный приговор. Но обещаю, наша следующая встреча будет для тебя последней. Вообще ее видно, но Мерсер, может, поможешь мне? Встать. Как интересно. Похожая история с Галлом повторяется. Карлия подарила мне способ избавиться от тебя. Ты охерел? А эта древняя гробница станет твоей могилой. Иди. Знаешь, что забавляет меня больше всего? Что все это стало возможно только благодаря тебе. Я передам Бриньольфу привет от тебя. Пошел ты? Он сейчас про... Может, Карлия там поможет, я не знаю. Может, она его там стрелу пустит уже? Она там в стелсе сколько времени... Но я еще не умер, там кровотечение, как минимум. Не, ну это весело, конечно, да. Классный предводитель гильдии, слушайте, мне нравится. Так, почему я жив? Карлия, не трогай меня. Спокойно, спокойно. Не вскакивай сразу. Как ты себя чувствуешь? Погоди, ты в меня стреляла. Ты меня убить хотела? Нет, я спасла тебе жизнь. Моя стрела была отравлена особым паралитическим ядом. Он замедлил твое сердцебиение и предохранил от потери крови. Если бы я хотела тебя убить, мы бы с тобой не разговаривали.
Ну это логично. Зачем потребовалось меня спасать? Сначала я хотела выстрелить в Мерсера, но никак не могла прицелиться как следует. Тогда я решила убрать тебя с дороги, и это предотвратило твою смерть. Ну, значит, я перед тобой в долгу. Твой долг больше, чем ты думаешь. Я потратила год на создание крошечной дозы этого яда, ровно на одну стрелу. Я так надеялась взять Мерсера живым. Почему? Гильдия должна судить Мерсера за то, что он сделал. Он должен заплатить за убийство Гал. А, то есть он... Доказательство? Я не из прихоти выбрала именно святилище Снежной Завесы, чтобы заманить Мерсера. Смотри, она заманивает нас. Прежде чем вы пришли, я нашла и забрала дневник Галла. Думаю, в нем содержатся нужные нам сведения. И что в нем написано? Если бы я только знала. Дневник написан на языке, которого я никогда раньше не видела. Не знаешь, кто мог бы сделать перевод? Ну, конечно же. Энтир. Друг Галла из Винтерхолдской коллегии. Это единственный непосвященный, который знал, что Гал — соловей. Гал сам сказал ему. И опять вот соловей. Что это? Нас было трое. Я, Гал и Мерсер. Мы были тайным ядром гильдии воров в Рифтоне. Возможно, я позже расскажу тебе об этом. Сейчас тебе нужно идти в Винтерхолд с дневником. Надо расшифровать написанное. Вот. Возьми еще и это. Может пригодиться в дороге. А ты со мной не пойдешь? Боюсь, нет. Нужно многое подготовить, и нужно придать останки Галла земле. К тому времени, как Энтир переведет текст, я надеюсь уже прибыть в Винтерхолд. Почему ты не убила Мерсера? Мерсер солгал гильдии, заклеймил меня убийцей и использовал все свои связи, чтобы распространить свою гнусную клевету. 25 лет я пряталась, никогда не спала дважды в одном месте и тщательно заметала следы. Мерсер не должен умереть так просто. Он должен почувствовать неотвратимую поступь судьбы, когда его жизнь рассыплется в прах, и за ним начнет охотиться гильдия. Возможно, в следующий раз у тебя не будет выбора. Я обещаю тебе, что если меня припрут к стене, я не буду колебаться. Расскажи мне про Галла. Он был одаренным ученым, великим вором и прирожденным лидером. Все уважали его и слушались беспрекословно. Это Гал привел меня к соловьям и отточил мое мастерство до остроты бритвы. Я ему всем обязана. Мы были очень близки. Но вы любили друг друга. Гал как-то сказал, что со мной он может забыть о тревогах. Я не могу избавиться от мысли, что это я виновата в том, что произошло. Окей. Никому не доверяй. Помни, говорить можно только с Энтиром. Ну это-то я понял. Ну твою мать, вот лошадь, кстати говоря. Это Мерсер я убил. Да. Поворот так поворот. Ну что ж. Пожалуйста, у нас мало времени. В чем дело? Ну я понял, хорошо. Вендерхолл здесь вроде как недалеко. Ну да, вот туда вот надо дойти. Это реально не совсем далеко. Ну окей, значит, будем с этим разбираться. Но, наверное... Мы продолжим уже в следующей серии, на таком интересном моменте достаточно я закончу. Так что, если вам понравилось это видео, поставьте лайк, не берусь и подпишитесь, а мы с вами увидимся в следующей серии. Всем удачи и до новых встреч.